Здравствуйте! Вас приветствует Галина Конышева. Очень короткое видео. Сегодня 24 августа 2020 года. Ответ на комментарий. Комментарий пока на проверке. Чтобы у меня не улетел, я его в основное чуть попозже. Сейчас вот объявлю и отправлю, чтобы видели все. Здравствуйте, Галина! Надвигается кое-что пострашнее. Очень прошу вас посмотреть, озвучить для ваших зрителей и соратников. В России создадут вооруженные прививочные патрули. Это название видео. Спасибо. Так, отвечаю. Посмотрела. Сразу же могу сказать, это фейк. Есть блогер, который это читает и говорит, что, так сказать, его за это будут, за то, что он правду людям доносит, его будут в тюрьму сажать, потому что вот он как раз про это говорит, что это будет закон, который будет запрещать вообще говорить на эту тему, опровергать это или как-то сопротивляться. Это фейк. То, что это фейк, во-первых, это нигде, этого нигде нет, это вбрасывают сейчас СМИ. Ради чего? Им нужно постоянно держать население в страхе, постоянно в паранойе. Они получают таким образом говах, им нужны эмоции. Но вот этим вот уже сущностям, в которых, которые люди, так называемые люди, которые уже не люди, уже понимают, что они уже не люди, они выглядят как люди, они на русском языке говорят, а может быть еще на каком языке говорят, их по телевизору показывают или не показывают, не имеет значения, они уже не люди. В них живут эти сущности или сами они сущности, просто человеческий облик принимают. Неважно, это не имеет значения. Ну, короче говоря, им нужны негативные эмоции, им нужен гавах. Им нужно, чтобы население постоянно муссировало и производило эти негативные эмоции. А нам это не нужно. Они, для них это пища, а мы истощаемся и зачерняем свои души. И просветление поэтому затягивается именно вот этим бесконечным страхом. Страх, он бывает, как правило, у тех, у кого нет знаний, потому что у тех, у кого есть знания, знание — это сила и опора на себя, внутренний стержень. Соответственно, нам нужно что? Образовываться спокойно, без нервов, с улыбочкой, с любовью, посылать любовь миру. И вот таким провокаторам, ну не, вот, не комментатору, а тем, кто вбрасывает эти вбросы. Нет никаких вооруженных прививочных патрулей, их никто не создает, но… Еще тот момент, идет накачка матрицы, если об этом будут многие говорить, люди будут это визуализировать, бояться, а то, что я боюсь, то я привлекаю к себе, это правило. Соответственно, мы своими мыслеформами, накачанными негативной энергией, мы будем сами провоцировать создание, материализацию вот этих вещей. А зачем нам это нужно? Я, например, в этом участвовать не буду. Короче говоря, это фейк. А то, что это фейк, вот уже, вот я забила, в России создадут вооруженные прививочные сети, вот уже полно, пожалуйста, полно уже пишут, уже говорят, уже идет накачка матрицы, нету этого ничего, но нужно, чтобы боялись и привлекали, таким образом создавали эту материализацию. Вот еще одна статья. Автор Игорь Уранов, вот как раз по теме, сами понимаете, я не буду всю эту статью зачитывать, я просто покажу последние строчки, поэтому не пугайтесь, это чистый фейк, полагаю, что у нас до этого дела не дойдет, хотя, как говорится, нет дыма без огня. Конечно, сразу начинается, а вдруг? Давайте не будем им помогать, материализацию. Они делают это все нашими руками. Они сами не могут этого делать. Мы боги, у нас этот ген бога, творчество. Мы материализуем эту реальность. Мы во многом это участвуем. Мы берем ответственность за все свои мысли, все свои эмоции. Поэтому ничего не бойтесь. Я все время говорю, ничего не бойтесь. Спокойно живите, работайте, дышите глубже. Без масок, конечно, без масок, свежим воздухом, улыбка на лице, почаще улыбка, улыбаемся, солнечное все, получаем хорошее настроение, где только можем, и образовываемся. Вот это, да, это неприятные моменты, ничего, мы образовываемся, ничего страшного. Так все, так оно все устроено, так что все нормально, я вам это обещаю. Я это отменяю. Кстати, как только, вот еще вам техника от психолога, как только вас кто-то какую-то информацию вбросит, которую вы не знаете, не можете проверить, у вас нет доступа, вот 100% вы не знаете, и сразу начинает вот этот мандраж, потому что так устроена наша психика, да?
Если человек не успел остановиться и сказать, а вот надо успеть остановиться в этот момент, кто вам негатив какой-то говорит, так стоп, стоп, и скажите, стерто, стерто. Представьте себе эту картинку, представьте, что у вас прозрачное стекло, на котором эта картинка проявилась, возьмете большую тряпку или ластик большой, и тщательно все стерли. И у вас чистое стекло, и голубое синее небо, солнечный день, зеленая трава, деревья, птицы, вот эту картинку, и закрыли эту тему, закрыли негатив позитивным образом, любимым вашим образом. У кого-то море, у кого-то лес, у кого-то горы, как угодно, у кого что, закрывайте любой негатив красивой, любимой картинкой жизни. Всех вам благ, с вами была Галина Конышева, подписывайтесь на канал, делитесь видео, ну как обычно, до свидания.